Лучший подарок для всей семьи на Новый год – новая квартира. Компания «Дана Астра» с удовольствием поздравляет всех с праздниками и сейчас предлагает новую рождественскую акцию. В Беларусь компания пришла на постоянной основе и с серьезными планами. Застройщик, который строит в Минске самые современные жилые комплексы, заверил, что намерен наращивать темпы. Строительство комплекса «Минск Уорлд», деловым сердцем которого станет Международный финансовый центр, будет завершено ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором – до конца 2023 года. А ведь это 3,5 миллиона квадратных метров жилых и общественных помещений. И застройщик успешно справится со столь грандиозной задачей. В уходящем году завершен комплекс «Маяк Минска». В наступающем будет полностью сдан комплекс «Парк Челюскинцев». Компания считает, что позволить себе новую квартиру должна каждая белорусская семья со стабильным доходом. И прямо сейчас воплотить мечту о собственной квартире поможет рождественская акция. Цена за метр от 2000 рублей при единовременной оплате и рассрочка на 100 месяцев от застройщика. Но продлится акция только до 11 января, и люди уже заселяются в новые квартиры. Новый дом и новый вид из окна. Дом Ванкувер выходит фасадом на улицу Кижеватова, второй выход в тихий двор с детской площадкой. Совсем рядом строится новая школа. Это новый стандарт. Новоселов встречает просторное, просто огромное лобби с местом для консьержа и зоной встречи курьера. Наверх ведут три лифта, один из которых панорамный. У Натальи Митько праздник. Новую квартиру осматривает вместе с родителями. Потрясающее ощущение. Очень нравится. Хороший вид из окна. Нравится, что центр города достаточно близко ко всем основным точкам. Именно в центре. Уже сейчас прикидывают, каким будет ремонт и через сколько месяцев планируют новоселье. Мы не минчане. Привлекло то, что не надо было иметь городскую прописку минскую. О том, что давалась выгодная рассрочка. Замечательно. И я бы сказала, что платеж, который мы делаем, посилен для нашей семьи. В полностью завершенном Ванкувере еще осталось несколько свободных квартир. Также можно присмотреть недвижимость в домах Нью-Дели, Квебек и Джакарта, которые сданы в эксплуатацию буквально на днях, и воспользоваться уникальной акцией от застройщика. Рождественская акция дает возможность купить квартиру по цене от 2000 рублей за метр при единовременной оплате. Или в рассрочку до 100 месяцев. Первоначальный взнос всего 30%, но действует акция только до 11 января. Надо спешить, так как количество акционных квартир уменьшается с каждым днем. Ежемесячный платеж сопоставим с ценой аренды столичного жилья, но здесь вы платите за свою квартиру. Есть и выгодные предложения по кредиту, кому как удобнее. Мы смогли спокойно в интернете выбрать вариант, который нас устроил, приехать в офис «Минск Мир», и нам предложили несколько вариантов, но тем не менее мы остановились на том, на котором мы хотели. Комплекс «Минск Уорлд» строит по принципу города в городе с собственной инфраструктурой для детей и взрослых. Именно здесь купил квартиру известный паралимпиец Алексей Талай. Здесь создается очень такая серьезная, хорошая инфраструктура для детей. Они здесь обретут своих новых друзей, своих школьных товарищей. Вы посмотрите, какая красота вокруг нас. И это только начало. Здесь будут посажены деревья, множество цветов. Район для тех, кто ценит комфорт. Не только дома в Минск Уорлд, широкие проспекты. Здесь проходит третья линия метро. В каждом квартале школа или детский сад. Всего 7 школ и 12 детских садов. Между собой кварталы соединены сетью велодорожек. Детская и взрослая поликлиники, полномасштабный медицинский центр. Первые этажи домов – коммерческие помещения. Как реализована идея шаговой доступности объектов торговли и сервиса, видно по первому полностью готовому кварталу Эмиратс. Строятся паркинги, способные вместить автомобили жителей всех кварталов. И Минск Уорлд – место для жизни и работы. Именно здесь строят Международный финансовый центр, а это миллионные инвестиции и тысячи новых рабочих мест. Здание будет высотой в 42 этажа и строится совместно с арабскими архитекторами и инвесторами. Минск Уорлд построит и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Минск Уорлд – это множество вариантов решения квартирного вопроса. Есть и квартиры свободной планировки, есть и с ремонтом. В следующем году, например, сдают дома Майами и Хельсинки, квартиры, в которых полностью готовы для проживания. Но стоит поспешить, рождественская акция, напомним, действует только до 11 января. А еще по акции предусмотрены скидки для работников IT-сферы, предпринимателей, сотрудников системы здравоохранения, молодоженов. До 20%. Не упустите свой шанс изменить жизнь к лучшему. И переезжайте в Минск Уорлд.